Они сражались не на жизнь, а на смерть. А он погиб 29 апреля в 2 часа дня. Они шли в бой, но не одни. А оленей называли нашими северными танками. Они отстояли границу и, несмотря на силу врага, не отдали главный северный порт страны. Все же мы держались против них, устаивали. Но перед этим они преодолели смертельно опасный путь, который войдет в историю как самый сложный и суровый переход. Памяти оленно-лыжных батальонов посвящается. Документальный фильм ненецкой телерадиокомпании «Путь подвига».